Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Idle Heroes. Очень много я получил комментариев положительных насчет этой игры и решил еще снять серию. Так что будем, как вы писали, разбираться. Что у нас здесь? Ежедневник. Так, Фейгин, 4 звезды. Ого, что-то новенькое. Также, смотрите, у нас круг призыва активирован. Ого, могу бесплатно. Давай-ка начнем с базового призыва. Кто нам достанется? Носорог. Мы такого уже с вами видели. Так, и теперь героический призыв. Давай-давай, не томи. Ох ты, это кто такой у нас? Роук. Что у тебя? Метеорит. Активный навык. При атаке наносит 84% урона первым рядам врага. И есть 35% вероятности вызвать у цели головокружение на 2 раунда. Ага. Первым рядам, это значит он против танков у нас. Значит, видимо, маг. Хотя я могу и ошибаться. Это все у нас покажет игра. Так, что у нас здесь? Почта. Письмо системы, это что такое за награда? Так, счастливый грош. Меняльный материал. Во время ивента можно обменивать реквизиты. Через срок нельзя обменивать. Используйте во время ивента. Хорошо. А получается, у нас сейчас идет ивент какой-то? Я так понимаю, да. Во время ивента при входе можно получать счастливый грош X1 с уровнями и алмаз. Так, понятно, короче. И все, вроде бы больше ничего у нас нету. Так, ну чат мы не будем с вами смотреть. Рюкзак, что у меня? Ага, у меня здесь ботинки есть. Меч, броня и нож. Так, и вот четырехзвездочный герой Фейгин. Конечно, хочу призвать, что вы еще спрашиваете меня? Блин, почему немножко так подтупливает игра? Так слишком долго все прогружается, а? Мне это не нравится. Может быть, за счет того, что у меня там очень много рейдинга идет. Так, хотелось бы теперь посмотреть на этого персонажа. Где ты, родной мой? 20 вот этих надо еще посмотреть. Куда их можно обменять? В каком магазине? Так, герои. Где он? Вот он. Ух ты! Так, ну-ка, интересно. Активный навык. При атаке наносится 91% урона первым рядам врага и есть 35%. Так, тоже головокружение наносит. А, еще и дополнительно наносится 50% урона целям по виду солдата. Ага, то есть он солдатам наносит дополнительный урон. Ну давай, оденем тебе снаряжение. Так, отлично. У него 4 звезды. Значит, есть смысл поменять, наверное, вот на этого. Хотя этот у меня 18 уровня, а Фейгин только первого. Но ведь мы можем его, по-моему... улучшить. Так, сколько здесь? Маловато у меня, конечно, душ. Но, тем не менее, 11 уровень он у нас получает. И можно будет его, кстати, испытать в бою. Хм, а почему бы и нет? Так, кузница, все понятно. Так, что-нибудь еще есть? Где у нас тут, в конце концов, происходит ивент? Ага, лимитный ивент. Ну-ка, что это такое у нас? Да ладно вам, только не говорите, что это донатская фигня. Не хочу. Так, Алелия, 4 звезды. Конечно, получать, еще спрашивают меня. Ух ты, еще один персонажик. Так, месячная карта. Ага, спасибо большое. Мини-карта. Черт подери, все за донат, а? Тем более 5 баксов, ну не так уж и дорого. Ну и не так уж и мало. Я уже давно отвык от этого дела. Донатить что-то, тем более вот в такие игры. Так, хорошо. Куда бы нам с вами ломануться? Давайте-ка вначале мы... Нож, у нас еще, как говорится, никуда. Вот, давай-ка, иди-ка сюда, Алелия, кто ты у нас такая? Давай только не тупи, а, как-нибудь по-быренькому все это дело проскочи. Я не пойму, это что, специально? Вроде бы мы когда играли с вами в последний раз, все было довольно быстро и легко. Сейчас начинает немножко подтупливать. Так, и я хочу посмотреть, что это у нас за герой такой. Ух ты, нифига ты, демоница какая-то. Так, ага. Радужный лазер. Активный навык. При атаке наносится 184 урона двум врагам и дополнительно наносится 60% урона убийцам. О-оу. Нехило, я вам скажу. А, вот у нас и Роук. Вот так он выглядит, но я читал, что он там метеориты бросает.
Ну, он, да, действительно похож на мага какого-то, даже шамана, я бы сказал бы. Наставник времени. Этого чувачка у меня еще пока нету. А хотелось бы. Так, ну что, пора, по-моему, нам с вами двинуть. Что это такое у нас? Ага, 18 уровень нужен. Ладно. Мы сейчас быстренько с вами его, наверное, набьем. Так, ну мне вначале нужно поменять отряд, естественно. Так, давайте-ка мы вот этих вот лопушков одноуровневых уберем и сделаем вот так. Вот сюда. Еще кого-то взять нужно. Угу. Так, наверное, с вами поступим. И вот так. Сохранить. Ну что, 2-3. Награда, блин. Автофарм. Где же вот эти вот штуки-то тратить, а? Надо будет еще раз хорошенько полазить, по карте посмотреть. Может быть, я чего-то не вижу. Сколько? 28 уровень. Оу. Так, на арене сражаться. Ага, понял. Ну, естественно, что я туплю-то. Добро пожаловать в таверну. Пошлите героя выполнить задание и получить массовую выгоду. Дерево провидца, да? Ну, хорошо, давай посмотрим. Так, искать душу Асыбу. Подарок черного камня. Это все открыто, и это я все могу... Ага, смотрите, у нас тут какие-то свиточки есть. Ага. Так, ну, давай вот это вот попробуем. Требования, маги, автозаполнение, что выдаст? Интересно, справятся они с этим чувачком 8 уровня? Ладно, пускай идут. В конце концов, мы все это сами увидим. Ну, раз... Блин, я не думал, что недотепа это у нас маг, если честно. Так, что у нас тут? Подарок черного камня. 4 часа? Ну-ка. Ой, не хватает персонажа. Жаль, очень жаль. Так, покорить оборотня. Автозаполнение. Лесоруб и этот облизывающийся демоненок. Ладно, пускай идут. Так, просьба вождя. Автозаполнение, во, уже пошел процесс. Так, 3 свитка мы каких-то получим. Пока не знаю, что это за свиточки такие. Хотя, почему не знаю. Мы же можем с вами призывать за счет этих свитков. Ну, правда, начальных самых персонажей. Не элитных нифига. И тщеславная королева. Автозаполнение, ого. Ого. Слушайте, а что, у меня вот этот носатик уже есть? Блин, я думал, что у меня его нету. И что это мы получим такое? Билет на арену. Даже так. Слушайте, они у меня первого уровня. Не знаю, потянут ли все это дело. Так, подарок черного камня у нас только остался. Но ведь я могу бесплатно, да? Ну, попробуем. Что-нибудь я, наверное, свиток какой-нибудь использовал, да? Поздравляем вас! Че вы меня поздравили? Я не понял. Ну-ка, давай еще разок. Во! Тут уже получше. Слушайте, ну ведь я что-то получил ведь? Надо срочно глянуть, посмотреть. Это, наверное, у нас будет в героях, да? Не-не-не-не, не сюда, ребят. По-моему, это в рюкзаке, да. Ах, вот оно что. Я его не дособирал, поэтому открыть не могу. А это, да, это, видимо, уже идет на улучшение. Еще 15 карточек, и он у нас... повысится по рангу. Так, достижения какие-то. Ух ты, смотри. Еще 15 карточек мы получили. И, соответственно, я, значит, могу его улучшить. Ведь так? Ну, конечно же. Так, подожди, почему призываем? Чё-то я, ребят, туплю. Ну-ка, давай посмотрим по героям. Ах, ну да, у нас теперь их 2 было. Я думал, как так? Вроде есть, я еще одного призываю. Значит, мы одного можем отдать на растерзание, да? Как говорится, получить за него души. А где это делается? На алтаре, по-моему, так? Да, на алтаре. Ну-ка, расщепить. Давай вот так вот сделаем. Продолжать. Да, продолжаем. Сколько ты мне дашь душ, интересно, мне, знаете, за вот это вот расщепление? 1000! Ух ты, а это что такое? А для покупки героев? Ага. А это у нас уже для повышения сорта героев. У нас же тут еще и сорты есть у нас. Не знал. Ну, то, что я так лихо на 28 уровень попал, это, конечно, мне понравилось. Задание. Что, уже все выполнили, что ли? Получить. Давай, конечно, 10 тысяч...
духов. Точнее, душ. Но тут также можно приступить. Подарить 5 сердечек друзьям. А у меня друзья-то тут есть? В этой игре, по-моему, еще нету, как я вижу. Жаль. Выполнить 2 раза длань Мидаса, чтобы получить золото. Это где у нас такое? Бесплатно, хорошо. Получили. Так, ну, давай еще, фиг с ним. Давай мне голду. Хотя я думаю, что кристаллики бы мне понадобились больше, чем деньги. Так, получаем одну фишку. Это у нас для казино. Казино у нас где? Вот оно, казино. Обычное, конечно же, потому что там нужны супер элитные фишки, а у меня пока обычные. И крутанем разочек. Давай-давай, не томи, что-нибудь хорошее мне дай. Ага, это, по-моему, для повышения сорта моим героям. Я не понимаю, как это сорт. И что у нас тут? Башня забвения. Открылась, что ли? О, ого. Башня забвения, интересно, что у нас такое. Так, барьер 1. Враг 20 уровня, все воевать. Выставляем, ребята, своих пер... Подожди-ка, подожди-ка, что это я вперед батьки-то бегу? Я же наполучал кучу душ. А это означает, что я делаю повышение уровня. И это будет у нас все ребята, которые имеют 4 звезды. Ну-ка. Ай, как хорошо, ай, замечательно, ребята. Блин, да ладно, вот, значит, что такое сорт. Не хватает, да? Жаль, хорошо, пускай будет 30 уровня он у меня. Так, что еще? Кого же мне... Так, этот у меня и так 30-го, его мы оставим. Давай, наверное, вот это вот. Аллелию тоже прокачаем. До 30-очки. Нормуль, вообще... Я очень рад. Блин, где же вот эти вот взять штуки-то, а? И, пожалуй, кого бы еще, а? Да, давайте, наверное, Роуга еще повысим с вами. Ребят, сразу скажу, я не знаю, что это за персонажи. Стоящие они, не стоящие. Но если у них 4 звезды, то их грех, не, как говорится, не раскачать. Это же лучше, чем однозвездочных, так ведь? Так, ой, все. Души кончились, но, в принципе, мне этого и хватит. Кстати, ты кто такой и с чем тебя едят? У него, значит, при атаке наносит 85 урона последним рядам врага и добавляет себе еще 30% на атаку на 2 уровня. На 2, не уровня, а раунда. Понятно. Ладно, в кузне-то, кстати, можем что-нибудь с вами изготовить? Нет, не можем, к сожалению, пока я еще не разобрался с этим делом. Что-то тут надо. Может быть, видимо, несколько деталей. Только в этом случае можно будет улучшить. Так, круг созидания синтезировать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, это вот чтобы сделать вот этого, вот нужно вот столько вот. Это чтобы получить звезду, это, видимо, самый наивысший ранг. Зато смотрите, как прикольно все они смотрятся, а мне нравится. Ого! Фига ты, скелет. Ну, видно сразу, что это какой-то ассасин. И вот это тоже какой-то разбойник. Да и это, наверное, разбойники все. Нет, смотрите-ка, маг есть. Ух ты, медуза. Вау, это, видимо, танк. Блин, прикольно, смотрите. Слушайте, а здесь уже, смотрите, такие слабенькие идут. 5 звезд, но вот эти вот, конечно, это да, я чувствую, такого жара дадут. Слушайте, а может быть, не надо было мне отдавать карточку? Вы посмотрите, здесь нужно, например, вот 2 персонажа полностью прокачанных. Плюс еще вот этих вот, чтобы я мог сделать вот этого вот охламона. А я расщепил 4-звездочного героя. Блин, знать бы раньше. Так, а это-то что такое у нас? 30 уровень нужен. Так, ну мне осталось буквально 2 левела поднять. Так, а что за дирижабль? 40 уровень, ясно. А это 72. Кстати, вот арена у нас. Что? Что за загрузка? Так, щедрые ежедневные награды и сезонные призы. Я вообще сегодня играть буду или нет? Или буду вот так вот изучать пока игру? Ну ведь прикольно же. Да ладно тебе, не тупи. Прогружайся. Так, испытание чемпиона. И создать группу на арену. Щедрый и... Так, ну-ка давай попробуем вступить. Первый ряд и последний ряд.
Поставьте мощного героя на первом ряду. Поставьте героя с мощной оборонительностью на последнем. Героя оборонительного типа и героя наступательного типа. Ну, слушай, оборонительного. Вот это первый ряд у нас. Значит, это оборонительный будет у нас. Ну, давай вот так вот попробуем. И наступательный. Сделаем, пожалуй, вот так. Ну, и посмотрим, к чему это все приведет. Так, оставшееся время 7 дней. Так, это, я так понимаю, игроки, да? Ну что, в бой? Ай, была не была, блин. Выбрать противника? Выбрать противника. Слушайте, у меня... Это у меня же 5194 тысячи мощей. Хорошо, давай начнем вот с этого. Блин, я что-то немножко не понимаю. Ну давай опять сделаем так же. В чем проблема-то? Я же уже делал это. Ну, атакуем. Вот. Не, ну я сомневаюсь, что это реальные игроки. Тут не может он с собой взять вот этих вот одинаковых всех героев. Какая-то чепуха. Но, тем не менее, что? О! Отлично, вот это мне нравится. Я это и хотел, в принципе. Так, ок. Да, это все у меня. 5194 мощей. И сколько это будет все длиться-то? Ну, предположим, давай еще тогда в бой. Так. Все здесь уже стоит. Проскакивание боя. А как это можно сделать? Проскакивание боя. Мы не будем драться? Ах, вот оно. Слушайте, это же хорошо. О! Так, 1100 душ. И 5000 голды. А ну-ка давай-ка еще разок. Выбираем самого максимального. Так, подожди. Проскакивание боя. Опять победа. Хм, а мне нравится. Довольно хорошо. Особенно насчет того, что можно этот бой проскакивать. Мы экономим на времени. Есть. Так, ладно, с этим вроде бы разобрались мы. С ареной. Так, башня забвения. Вот, куда мы с вами хотели рвануть. Побежали. Так, воевать. Выбираем опять. Вот так, 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 так и вот так. Погнали, посмотрим. Интересно мне знать, что у нас там будет. Ага, недотепы. Ой-ой-ой, а что они такие, крепкие-то? Так, тихо, 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 толстячки, успокойтесь маленько, а. Раздухарились, я смотрю. О, оглушение сработало. Ух ты, маг, ты смотри, как жарит, а. Мне нравится этот парень бородатый. С носом с таким. Так, отлично, давайте добивать вот этих вот ребят всех. Блин, почему они атакуют именно его, а? Жалко, здесь нельзя сделать такой, знаете, провокацию, чтобы они атаковали, например, самого мощного моего персонажа. Есть. Победа! И мы куда-нибудь продвигаемся с вами? Да, ребята, второй этаж у нас. Слушайте, я надеюсь, у нас здоровье восстанавливается здесь? Или же нет? Сейчас посмотрим. Кстати, да, во, все, нормуль. Знаете, что я сейчас подумал? У меня в компании нету хилки. И это большой минус. Надо где-то хилку мне... Ну, у меня есть одна, но не... она не прокачанная. Хотя фиг узнает, может быть ее прокачать самому? Так, ну давайте, давайте уж этих-то, блин, чувачков не завалить. Вжарьте последнему ряду хорошенько, никто не хочет, а? Ладно, молодец. Ну что же, победа. Еще 5 этих субстанций. Так, ну что, ребят, я думаю, что, наверное, я накопил с вами. Так, что такое? На арене 3 раза. Получаем билетик на арену. А у нас что, билет еще заканчивается здесь, оказывается? Так, смотрите, что это такое? Колечко какое-то? Кольцо рун получили? Угу. А ну-ка, давайте-ка посмотрим на моих героев. Да не сюда, ё-моё. Вот, рюкзак, конечно же. И нужно мне... Так, сколько? 69! Ох, улучшения нас ждут. Где мои герои? Так, вот тебя я хотел повысить. Эволюция.
Замечательно, просто чудесно. Так, одному сделали. И, по-моему, Алерия, да? Алелия, а не Алерия. Сделаем. Ай-яй-яй-яй-яй, не хватает. Не хватает, к сожалению. Что-то лопухнулся. Я подумал, что 40 надо, а нужно 50. Так, таверна. Таверна. 3 часа, 5 часов. Это что такое у нас? Перестановка заданий. Это я куда отправлял, да, с вами? Ну, тут можно... Да подожди ты. Тут можно сделать бесплатно. Ну, давай попробуем. Получили 8 алмазиков. Вот такая вот. А что такое использовать? Не хватает. Тоже не хватает. Видимо, нет еще этих заданий таких, да, суперских. Ладно. Казино мы с вами делали. На рынке были, на круге были, в кузнице были и в башне забвения. Опять какое-то задание выполнил. Получить 21 тысячу голды. Ну, давай получим. Голда лишней никогда не бывает. Так, тут у нас трофеи. Все это мы забираем. 552 души. Да что ты так долго? То долго, то быстро. Не пойму, от чего это все зависит, ребят. Ну уж явно не от меня. Ну давай ты уже прогружайся-то. Хорош уже томить. Так, кстати, да, мне бы получить 30 уровень. И мы с вами бы... Ух ты, наполучали-то 116 вот этих вот счастливых грошей. Блин, а ведь я так и не понял, где их тратить. А ну-ка. 29 уровень, 10 алмазиков получили. И я думаю, что мы с вами отправляемся в бой. Так, этих мы уже убираем. А выставляем здесь... Так, погоди-ка, погоди-ка. Вот. Вот так мы это все дело сделаем. Да-да-да, именно. Ну-ка, в бой. Да, это все понятно. А ну-ка глянем, как мы справимся. Ну, они 13 уровня все. Должны, в принципе, элементарно упасть. Сейчас только один удар по задним рядам магии, и все упадут. Нет, к сожалению, не упали. Блин, мощнявые какие-то они. Так, а что это у нас за такой черепок? Герои получили следующие свойства. Герои, я так понимаю, вражеские, да? Так, отлично. Ну, тут у нас, как обычно, до 10 побед. В данный момент у нас 2-4 идет. Второй уровень, четвертая миссия. Естественно, здесь нажимаем автофарм. Он у нас... Во! Толстячок этот. Облизунчик. Маленький демоненок. Блин, а мне нравится. Вот Алелия это вообще что-то с чем-то. Ну и вот этот рыцарь тоже неплох. Правда, у него какая-то атака. Оу, големы. Атака слабенькая. Вот у этого рыцаря именно. И жалко, что нет у него провокации на себя. Было бы вообще хорошо. Да почему они моего вурдалаком бомбят, а? Достали уже на самом деле. О, как маг хорошо своими лазерами чикает. А почему я не получаю никаких способностей, а только они? От чего это все зависит? Не активирован светлый лагерь? Это что еще такое? Какой лагерь еще активирован должен быть? Слушайте, куда мне гроши потратить? Должно быть это в какой-то таверне. Ну, стопудово, да? Покупать, обменивать. Ой, дерево провидца еще тут, смотрите-ка. Чисто случайно его увидел. Дверь провидца. Так, а это что это такое у нас? Это какие-то порталы, ребята. Тут, наверное, что-нибудь написано. Так, сферу пророка можно получить в ивентах, в заданиях таверны и на черном рынке. Используй сферу пророка, чтобы призвать героев из выбранной фракции. В древе пророка есть шанс получить 4 или 5 звездочных героев, а также осколки на них. Дополнительно при каждом призыве вы получаете благословение пророка. Этот материал нужен для замены героев. Так, мне нужна хилка. Пробуем. Тьфу ты. Чего там нехватка? Драгоценности провидца. Провидца или привидица? Кто там что? Провидица. Ага, понятно. А где же мне взять тогда? Может быть, оно еще недоступно? Да ну нафиг, недоступно. Все доступно. Так, рынок. А ну-ка, может быть, здесь у нас что-то? Так, смотрите, мы можем с вами 20 тысяч душ купить за 50 алмазиков.
Также можем призвать себе вот этого вот мага. Свиток можем, ой, призвать, купить. 150 тысяч. 150 тысяч, у меня всего 99 тысяч. Дорого все это как-то. А че рынок-то такой малюсенький? Всего лишь, извините меня, 8 предметов. Ну, сила атаки. Ладно, хорошо, давай купим. И жалко денег. Эх, не знаю. Ну и одеть их, как бы, по идее, надо бы. Круг призова. Свитков у нас нету, нету. Блин, вот теперь я понимаю, что такое сердечки. Для чего они нужны и как их получить. Надо будет побольше, наверное, друзей все-таки призвать к себе. Так, погоди-ка, смотри-ка, что это у нас такое? У меня хватает материалов, чтобы я смог изготовить. Ну-ка. Да, ребята. Черт, нажал быстро, даже не успел посмотреть. Ох ты. А ну-ка. Блин, а как параметры посмотреть? 337 к жизни. А здесь... Ого, неплохо. Давай, конечно, делать. Есть. И дальше могу улучшить. Блин, ну-ка, 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 ребят. О, это сколько? 300... А, 434. Что-то как-то... Давай делать. Фух, замечательно. Слушайте, это для танка вообще шикарно, я думаю. Блин, а почему... На эту не хватает. Что-то, видимо, нужно. А вот как узнать, что нужно, не пойму пока. Ладно, эту броню однозначно заслуживает у нас вот этот чувачок. Потому что на него постоянно идет снять и надеть. Где ты? Вот. Сможет надеть, надеюсь? Да. Потому что на него все время нападают. И я думаю, что это будет... Так, а это что такое? Снять, и вы хотите сказать, что у меня есть... Да, у меня есть что-то лучшее. Теперь я, кажется, понимаю систему эту. Надеваем. Хм. Так, надеть все снаряжение. Погоди-ка, я не понял. У меня и такая броня есть, и вот такая вот. А ну-ка. Ё-моё, вот это я наделал броней себе. Вот это круть. Что я могу еще сказать, ребят, вам? Тогда давай оденем всем. Помаленьку, блин. Так, черный адепт. Давай, маленький дьявол. Ничего себе, маленький дьявол. Даже лесорубу досталась бронька. Это что-то с чем-то. Я что-то не пойму, это у меня столько броней или... Или это что-то... В замешательство меня уже вводит. Так, башня, я даже не знаю, что лучше, нам проходить кампанию или башню забвения. Я просто в замешательстве, что лучше. И так не нашел, куда тратить, ребята, гроши. Если кто-то смотрит этот видосик, пожалуйста, напишите мне в комментариях, где же все это тратить. Или еще до сих пор у меня это не открыто. Привилегии, идите вы, может быть, костюмы? Странно. Ого. Расщепление. Кожа вейсы. Так, это еще, по-моему, нам рано надо уходить пока. Нужен 70 уровень, монстры. Так, гильдию. Мы можем с вами создать гильдию. А нужна ли она нам? Наверное, нужна. Да куда ж тебе? Через срок... А где? Где обвинять? Не пойму, может быть... Пока нет. Ну, ивент идет, а может быть, он закончился. Кстати, у меня, ребята, здесь в казино, я смотрю, есть один жетончик на супер. Да, там нужно випа. Четвертый, тем более, уровень випа, чтобы я смог использовать. Блин, ну разве это не борзость, а? Это, по-моему, ребята, офигенная борзость. Я думаю, что давайте-ка еще, наверное, здесь с вами попробуем немножечко повоевать. Погнали. Эх, маленькие демонята. Сейчас мы вас будем жарить здесь. Причем иммунитета против огня у них нету. Хотя это вроде бы как адские твари. Да, довольно легко разбираются. Фу. Но мне нужны... Блин, ты посмотри, я же вот так... Ой-ой-ой-ой-ой. Как бы не упал у меня мой вурдалак. Ну, на самом деле он не вурдалак, просто мне так удобнее называть его. Ну, добьем? Добили. Нет, братишка, что-то ты у меня на танка не тянешь. Так, это что? Кто это такой? Носорог какой-то? Или жук?
По-моему, это жук все-таки. Надо будет в любом случае его сейчас глянуть. Но я хочу кое-что, ребят, поменять. Я даже не знаю, на кого. Вот это тут класс, 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 класс. Так, а где у меня мой этот? Ну, естественно, не лесоруб. Да идите вы в пекло. Жалко, тут не написано, кто он там. Танк, убийца там. А может быть, нет, тут написано. Вот, воин. Воин. Ну-ка. Все души просто впаял, которые у нас были. И все. Больше ничего я не могу сделать. Причем у него довольно неплохая броня. Ну, две, да, две. Атака у него мечом 38. Слабенько, конечно. 94 к жизни. И вот так как-то колбасят. Ну, давайте попробуем. Хорошо, еще вот этот вот четвертый этаж у нас. 24 уровень у монстров. Причем вот это вот, я так понимаю, можно будет как-то активировать. Ну, видимо, здесь должны быть определенные герои, да? В команде три пучинного, три... Блин, понятно, язык сломаешь, пока прочитаешь, блин. Пучинный, бастионный и так далее. Да, ребята, это у нас жуки какие-то. Это что вы так, блин, пока одного жука разобьете, должны... О, братюня, я думаю, что здесь ты погибнешь у меня. Так, отлично, неплохо, я даже сказал. Давай, давай, вжаривай ему. Так, аллелия. Нормуль. Упал. Ну что, маги, сейчас будете у меня получать звездюлей. Хе-хе. Какие-то псы такие. Адские, огненные. Даже не псы, какие-то как черти, демоны. Чертята, короче, одним словом. Так, а сколько здесь вообще у нас максимальных этажей? Почему-то 14 идет как в тумане. Видимо, до сюда хрен дойдешь. Ну что опять? Я просто хотел... А, ранг. Сколько? 242 этажа. Чувак какой-то прошел 67 уровня, я так понимаю. Нифига ты. Обалдеть. 242 этажа. Слушайте, мне сразу почему-то Hustle Castle вспомнился, ребята. Со своим порталом. Так. Ну что я могу еще-то сделать? Наверное, пока и ничего. Не буду вас, ребята, утомлять в этой серии слишком сильно. Давайте, наверное, будем закругляться. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Но вы не забывайте, что должны подсказать мне, куда я должен потратить эти гроши, ё-моё, которые я получаю за ивент. И где этот ивент, в конце концов. Может быть, я еще просто до него не дошел, или мне нужно получить 30 уровень. Короче, ребята, жду от вас комментарий. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых видосиков. Удачи вам.